На встрече с жителями он подчеркнул, что помощь будет оказана всем. Также глава региона отметил, что президент Владимир Путин уже заявил о готовности федерального центра помочь Сочи. Там, где вода ушла, уже начался подборный обход, подворовой обход. То есть максимально фиксируется и актируется ущерб. Как я уже сказал, 10 тысяч – это единовременная помощь всем. 50 – частичная, 100 – полная. Вопрос теперь в актировании и отсмечивании этих затрат и... До конца дня однозначно будет электричество, газ и вода. С утра Вениамин Кондратьев находится в поселке Мирный. Он лично контролирует работы по откачке воды. Этот поселок больше всего пострадал от стихии. Глава региона поручил закрепить пожарные расчеты за каждой улицей, чтобы они проверили каждый дом и двор. В результате сильного ливня в Сочи потопленными оказались около 750 домовладений. В городе продолжаются восстановительные работы.